Во время боевых действий в Ирпене мы оказались на оккупированной территории с соседями. Вместе с соседями делили все тяготы. Евгений Николаевич проявлял заботу о тех, кому нужна была помощь, еда, вода и так далее. Во время зачистки 23 марта встал на защиту тех, кто был в подвале. А там были одни старики, пенсионеры, женщины, мужчины. За что был зверски убит автоматной очередью в упор. Ну, нам сразу не разрешили похоронить его, эти орки. Занесли его в подвал. Трое суток он лежал в подвале. My mom, Lubov, said that they lost electricity, water, and heat. And they were cooking on a like open fire. In the 21 March, I would say, it started very heavy clash fighting. And the house was damaged. I mean, this condominium was damaged. He's from Lugansk, this man, and he's like academic. He's like a educational guy, and he start to scream on them. Why you come here? What you need here? Why you like terroring people? And they just shoot him. Я думаю, его очень многие знают. Я получила 1000 соболезнований от всех. Thank you.